Вечерочек. Ты на канале Gunty Games, где мы с тобой играем в разные игры. И сегодня у нас очередная, скажем так, рубрика. Первое впечатление — это игра от HoYoverse, которую делают Genshin Impact, Honkai Star Rail, Honkai Impact 3D и прочее. Это вот новая игра у них вышла. На моем канале ты видел много по Honkai'у. И вот будет первое впечатление по вот этой игре новой. Давай посмотрим, что она из себя представляет. А называется она Zenless Zone Zero. Но прежде чем начнем, сообщаю. У меня есть страница на Boosty. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Boosty. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Discord для общения и обсуждений Honkai Star Rail, хорроров и много чего еще. Жду тебя там, все ссылочки в описании. Мы прерываем нашу программу из-за срочной новости. На 14-й улице внезапно образовалась субкаверна. Она уже прорвала третий уровень сдерживания. Ассоциация исследователей каверн направила группу на место происшествия, чтобы принять экстренные меры. Выполняется эвакуация жителей ближайших кварталов. Не приближайтесь к району 14-й улицы. Вайс, взгляни-ка. В чем дело? 14-я улица? Ее недавно упоминали в новостях. Секунду. Да, это в районе Януса. Говорят, она уже прорвала третий уровень защиты. Ага, служба общественной безопасности сегодня устроила там облаву. Возможно, эвакуация проходит не по плану. Хочешь сказать? Нам надо подготовиться. Скоро нам будет чем заняться. Так, нам сразу дают выбор персонажа. Извиняюсь, если будет плохое качество микрофона, я пытался с ним справиться, он меня уже заколебал в конец, но пока что имеет. Надеюсь, на записи будет нормально. Смотри, так как у нас есть Ганте, он парень, давай тогда мы возьмем теперь девчонку. Почему нет? Будет какое-то разнообразие, тем более у нее есть вот этот заяц. А зайцы у меня попадаются периодически в играх. Поэтому берем ее. Теперь нам остается только ждать. Это наша друганы зайца. Он видишь, как скачет внизу справа. Бизнес странности и справедливость. Налево. Ну, прям такой нормально. Аниме пошло. Туда! Быстрее! А, за жопой спрятались, за жопой спрятались. Не надейся сбежать. Город Нью-Эриду, район Януса, небоскреб на 14-й улице. Граждане, с вами говорит начальник службы общественной безопасности района Януса. Мы проводим операцию на 14-й улице. К сожалению, из-за возникновения каверны операцию пришлось прервать. Прошу не забывать, что сейчас мы преследуем банду красных клыков, которая несет ответственность за террористическую атаку на исследовательский институт. Это опасные подонки, то есть преступники, особенно их лидер Мигель Сильвер, будьте бдительны. Полный творится, я репортер этого канала, и у меня уже трясет. Этих сволочей надо найти, поймать, потом их, а потом еще раз. Уважаемый репортер, я еще не закончил с брифингом, позвольте. Я хотел, чтобы вы там не закончили. А ну слушайте сюда, вы клыки красные. Что, в каверну сховаться решили? Все, поздно, авиация Собеза за вами уже вылетела. Вам всем, что, офицер, скажешь, я не прав? Вон окно. Босс, мы можем тут выбраться. Но там же каверна. Хотя ладно, какой-никакой, но выход. Билли, разобьешь окно? Да легко. Пинг. Бонг. Ничего себе рикошет. Видимо, очень прочное стекло. Вот знала, что так легко не получится. Тут бронированное стекло. Ты его не разобьешь.
Ты его не разобьешь. Агентство деликатных поручений. Хитрые зайцы. Почему? Зачем вы решили обокрасть красных клыков? Мы столько усилий приложили, чтобы... Это ты выкрал сейф из института, а мы просто возвращаем его законному владельцу. Эй, ты так говоришь, как будто мы тут злодеи. Мы все пытаемся ужиться на одних и тех же улицах. Зачем вы помогаете копам? Прости, но наш заказчик не совет, и в любом случае это не твое дело. Еще как мое. Если крадут с моей территории, я должен показать, что за это бывает. Может, просто отдашь его мне? Он для нас так важен, что я готов обменять его на ваши жизни. Так ты согнал всю банду против нас троих? Это и есть сильверовые слезы? Да, слухи не преувеличивали. Стоп, это светошумовая граната? Именно, армейская высоколюминная световая граната GS2 дает довольно сильную вспышку. Круть, Билли, не спи. Что? Всем смотреть сюда! Сыр! А, ничего не вижу! А, значит, будет по-плохому. Тогда я просто вынужден убить вас всех! Ты ошибаешься, дружок. Твои враги тут не мы. А вот кто. Командир, на связи с Сокол 4. Мы у источника вспышки, наблюдаю красных клыков. Повторяю, наблюдаю красных клыков, жду указаний. Босс, это вертолет! Так, эта вспышка была, чтобы привлечь вертолет. Заметил, наконец? А теперь твоя очередь делать выбор, Нейтик. Можешь сражаться с нами, а потом угодить к собезовцам, а можешь сбежать, и тогда мы все останемся живы. Да чтоб вас в каверну засосало, хитрые зайцы! Мы же зайцы, так что убегать мы умеем лучше всех, без обид. Что, нашли этих красных клыков? Тогда чего ты ждешь, командир? Наводи самую большую пушку и карай, карай, карай их! Сокол 4, подтверждаю приказ об атаке. С меня хватит. Я буду жаловаться! Так, надеюсь, не подведет графика Кубеса и вообще будет нормально все выглядеть. Так вроде ничего. А так-то музычка бодрая. Ничего так. Так, смотри, я подшаманил с графикой. Должно быть все нормально. Приближать нельзя? Нельзя. Но вроде бы начало все хотя бы плавно выглядеть. С горем пополам. Так, прыжков я тут не чувствую. Ладно, пойдем, нас будут обучать. Перемещаясь с помощью вас, перейдите в область... Ага, перешел. Нажмите... так, левую кнопку мыши для атаки. Нажмите, получается, правую кнопку мыши для уклонения и рывка. Я атакую. Да, это, конечно, совсем не то, что Honkai Rail абсолютно. Это прям... Как называется этот жанр? Я уже даже забыл. Эфириалы. Долго ждать не пришлось. Смешит или как-то так называется. А, ускоряйся, беги быстрей. Опа, а я тут как тут. Так, базовые атаки накапливают энергию. Если накоплена достаточная энергия, особые атаки улучшаются до усиленных особых атак. Ага. Хорошо, я понял. А что ты мне показываешь? А, у меня их много, я могу их по чуть-чуть тратить, я понял. Ага, я накопил, все, потратил. А он не сдох, блин, какой живучий. Все? А, еще ребятки. Давай, пожалуйста, сюда, оформим. Живые какие-то, посмотри. А мне пока эти ворота не понадобились. У меня пока все слишком хорошо. О, прикольно. У меня пока все слишком хорошо. Девушка с короткой стрижкой. Рельсы, платформы, вагоны. Старый пересадочный узел метро. Похоже, это каверна Крит. Хорошо, наушники работают. Функция записи в норме.
Это Энди Демара, сотрудница агентства деликатных поручений «Хитрый Зайц». Я случайно провалилась в субкаверну. У меня нет морковки или поддержки прокси. Вероятность заблудиться в каверне составляет 96,4%. Я буду вести голосовой журнал о своем пребывании здесь. Пусть это послужит доказательством для расследования в случае, если влияние эфира убьет меня или превратит в монстра. Запись номер один в журнале выживания Энби. Судя по окружающей обстановке, это каверна Крит, область старого пересадочного узла метро. Рельеф каверны в районе метро сам по себе очень сложен. Мои шансы на спасение уменьшатся на 37,8%, если я тщательно не продумаю свой следующий шаг. Если кто-то сомневается, что пространство в кавернах нестабильно, пусть мои записи послужат доказательством их опасности. Не входите в каверны, если вы не профессиональный исследователь, иначе... Билли. А, вот и где Энби. Отлично! Я знал, что с тобой все будет в порядке. Эй, ты чего размахалась? Чуть меня не порезала? Да она не двигалась, стояла. Я встретила еще одно разумное существо. Оно очень похоже на моего коллегу Билли Кида. О чем ты говоришь? Это же я и есть. Билли! Ранее исследователи уже сталкивались с эфириалами, которые могли имитировать человеческую речь и поведение. Однажды исследователь спас эфириала, притворившегося его товарищем по команде, но как только они выбрались из каверны, тот раскрыл свой настоящий облик. Город понес огромные жертвы, но не смог победить монстра. Только благодаря отважному исследователю, отдавшему свою жизнь, чтобы загнать монстра обратно в каверну, опасность была предотвращена. Да ладно тебе, эфириал бы загнулся, как только покинул каверну. Погоди, разве это не сюжет того фильма, который недавно в кино показывали? В списке жертв было много имен, я прочитала их все. Это называется актерский состав. Проверочный вопрос. Кем бы ты охотнее всего поужинал? Чего? Поужинал? Конечно же, со своими любимыми супергероями, звездными рыцарями. Подожди, опусти меч, я расскажу. На самом деле, я хотел бы поужинать с Моникой из вечерней мелодрамы «Ах, дорогуша». Все ясно, было подтверждено, что это настоящий Билли Кид. Встреча с Билли Кидом увеличивает мои шансы на выживание более чем на 67,8%. Я рада, что с тобой все в порядке, Билли. Говорил же, что это я. С тех пор, как мы сюда попали, прошло немало времени. Николь, должно быть, пытается найти способ вытащить нас наружу. Вот только раскошелится ли она, чтобы заплатить за помощь? Ты же знаешь, Николь... Принимая во внимание привычку Николь на всем экономить, вынуждена согласиться с твоим первоначальным анализом. Ох, теперь и я начинаю переживать. Но давай не будем отвлекаться на тревожные мысли. Чтобы со всем справиться, мы должны работать сообща. Как обычно, ты иди вперед, а я прикрою огнем сзади. Хорошо. Учитывая, что у тебя пистолет, ты должен идти сам вперед. Опа, а мы уже сразу играем? Текущее оглушение врага будет отображаться под HP. Постоянно атакуйте врага, чтобы накопить у него очки оглушения и ввести его в состояние оглушения. Ой-ой-ой, как мы отскочили. А враги в состоянии оглушения не могут двигаться и получают дополнительный урон. Особые атаки при попадании по оглушенному врагу запускают цепочки атак. Ага, так что, я нажму. Лево, нажал. Так, хорошо. Не совсем понимаю, что произошло, ну да ладно. Кто-то еще есть? Я больше никого не вижу. Все, бежим. Спринтуем. Если в отряде не менее двух агентов, вы можете сменить персонажа, нажав Space. Воу. Хорошо. А я могу стрелять? Я стреляю. Я же накопил, а почему вы не меняетесь? Опа. Видал, как я меняю? Видал, как я их могу менять? Туда-сюда. Я не совсем понимаю, что происходит, что я нажимаю, но выглядит неплохо. Короче, я тебе говорю, это получается оглушить врага и запустить цепочку атак. А мы оглушили его? Ага, так, есть. Оглушенные враги? Нет, не оглушенные. А он уже помер. Я не успел. Усиленные особые атаки накапливают оглушение, чтобы позволять быстро запускать цепочки атак. Так, вы там оглушились, нет? Я не пойму, мы их не оглушаем. Или это уже оглушенные считают? Видимо, считаются оглушенными, хорошо. А, еще сразу, сходу.
Мы победили? А еще есть. Да что у вас так много? При попадании персонажа по врагу накапливаются децибелы. Когда уровень децибелов достигает максимума, нажмите на кнопку Q для запуска суперспособности. А, я нажимаю. Неплохо так. Неплохо. Короче, говорю, что это... Она отличается от Хонкай. Она похожа больше на Геншин. Насколько я знаю, я в него не играл. Она похожа больше на Геншин. Потому что ты можешь ходить сам, бить как хочешь, как тебе удобно. Но она не совсем Геншин, где открытый мир. А тут тоже будут уровни. То есть, в целом, что-то среднее между Хонкай, где как-то уровни, наверное, прописаны. Я даже, слушай, не знаю, тут по главам все разбито. Каверна Крит, узловая станция старого метро. Есть, попал. Ай-ай, едва в меня не попало. Ничего личного, мы просто обычные люди, а вы монстры. Нам суждено быть врагами. Постараюсь попасть в твое слабое место. Больно не будет. Клик. А-та-та, забыл перезарядиться. Так, дружище, погоди. Тайм-аут. Оу. Не отвлекайся. Нехорошо вышло. Погоди, кто это там? Сейф прямо у его ног. О, и правда, круто. Можно и не искать теперь. Энби, погоди, ты что задумала? Поймать его, потом забрать сейф. Да постой ты. Я уничтожу. А, эфирное заражение и мутация такая серьезная. Похоже, у парня вообще никакой устойчивости к эфиру. Уничтожить не могу. Его сознание все еще держится. Да поздно. Смотри, у него эфирные кристаллы пошли по телу. Он уже... Помогите уничтожить. Это ядро. Блин, он почти полностью мутировал. А, то есть обычно люди превращаются в таких жестких типов на каблуках. А, крепкий попался. Энби, готовься. Есть. Ага, значит, люди превращаются в мужиков, вот этих дядек на каблуках. Это жестко. Это типа босс уже пошел. Что-что? А, когда перед атакой противника появляется светящийся золотым подсказка, нажмите Space, чтобы выполнить идеальную помощь. Воу! Затем нажмите на кнопку базовой атаки, чтобы выполнить помощь в дополнительной атаке. Идеальная помощь расходует очки помощи, а цепочки атак восстанавливают очки помощи. Ага, я понял. Ой, у этой штуки меч вместо руки. И мажет он им шикарно. Так, ну я пока как могу стреляю. Как можем справляемся. Он живой? Нет? Я вообще не вижу, что у него там. Ой, он меня... Что это было? Он меня ранил? Да не, вроде все нормально. А я не успел нажать. Я не успеваю нажимать. Когда будет золотая это... Ага, это он сам все делает. Хорошо, мне это делать не нужно. Сколько у него жизней? Очень далеко жизни. Можно, если это босс, то поближе жизни. А, давай посмотрим, как он делает это. Блять, ты вообще ни по кому не попал. Чё за прикол? Ой, не успел, ой, не успел. Профукал шанс. Блин, я пропускаю его удары. Подожди, давай я подожду. Опа, получилось. Нормально, нормально получилось. А, и у них отдельные заряды копятся. Я думал, это один на всех. Вот этот сильный заряд. А оказывается, нет. Он восстановился? Его эфирная активность еще растет? Продолжать атаку? Нет, у нас не хватит огневой мощи на длительный бой. Но вот в плане аниме это смотрится очень круто. Валим отсюда.
прям очень классно сделали, очень приятный вот вид именно вот этого аниме. А сейф забыли. На данный момент известно 5 типов атрибутов урона. Ледяной, огненный, электрический, физический и эфирный. Разные атрибуты урона не успел прочитать. Тем временем в центре New Eridu. Видеопрокат на углу 6 улицы в районе Януса. И сейчас мы возвращаемся на 14-ю улицу, где вскоре после появления субкаверны произошел взрыв на одном из верхних этажей жилого дома. Согласно нашим источникам, взрыв произвела служба общественной безопасности. В ходе операции против опасной банды красных клыков собес пошел на крайние меры и даже задействовал по авиацию. Предполагается, что лидер красных клыков провалился в каверну и его еще не удалось схватить. Глава собеса от комментариев отказался. Бригада саперов уже в пути, а пока, пожалуйста, не приближайтесь к 14-й улице. Мы продолжим. У нас проблема. Я была там, когда произошел взрыв. Катастрофа. Билли, Энби и наш груз провалились в эту каверну. Срочно нужна помощь Прокси. Привет, Николь. В следующий раз давай все-таки сперва стучаться в дверь. Ты к нам с такими катастрофами как минимум трижды в месяц вваливаешься. Язвите сколько угодно, только сперва помогите. Ну, пожалуйста, ну легендарный Фаэтон. Что у тебя на этот раз пошло не так? Ой, какие вы! Белли возвращается в кабинет. Надо обсудить все с Николь. У вас тут так спокойно. А, так, ага, мы же за нее играем. Все. Тут менять персонажа нельзя. Очень много комиксов. Парковка. А, сейчас не время для этого. Счастливчик. Утро пятница, хорошего дня. Все? Откуда ты знаешь, что сейчас утро и пятница? Сейчас не время для этого. Ну, хорошо, давай мы с зайцем. Может быть, 18-й? Сегодня за видеопрокат отвечаю я. Надеюсь, сегодня у нас будет много заказов. Да ты молодец. Наверх мы не можем пройти. Окей, поговори с Николь, так с Николь. Так, не подвисай. Что это за висы пошли? Я еще пошаманил с озвучкой, потому что английский мне не очень нравится. Давай сейчас попробуем другой язык проверить. Как они будут на нем разговаривать. Так, тут что-то можно понажимать, что-то посмотреть. У вас тут довольно уютно, ребят. Так, ну давай. А, я могу с тобой поговорить? Не волнуйся, Николя, расскажи все по порядку. Окей, ладно, давай тебя слушать. Я проверил. Снаружи вроде бы нет никого подозрительного. Не волнуйтесь, хвоста нет. Мне пришлось постараться, чтобы выбраться с 14-й улицы незамеченной, но я уверена, что за мной никто не следил. Надеюсь. Да-да, я знаю, что перед выборами власти закручивают гайки. Меры по борьбе с прокси ужесточаются, они даже открыли специальную горячую линию и... Ладно, Николь, давай сразу перейдем к делу. Николь, что за кредитор тебя преследует в этот раз? Давай вот так. Чего вдруг такая спешка, Николь? Какой кредитор тебя преследует в этот раз? Дело не в этом. Меня подставила служба общественной безопасности и тот злобный репортер с Риду ТВ. Николь вкратце рассказывает о стычке с красными клыками. Так что Билли и Энби попали в каверну. Я должна вытащить их оттуда и вернуть то, что мне поручили доставить. Ситуация чрезвычайная, и только вы можете мне помочь. Почему бы тебе не обратиться за помощью в ассоциацию исследователей каверн? Я не хочу, чтобы мы сейчас стали мишенью людей из ассоциации. Если они узнают, что мы устраивали рейды в каверны, у нас будут большие проблемы. Чтобы откупиться от этих жадных стервятников, придется потратить целое состояние. Но ведь я не могу просто бросить твой отряд, верно? Бросить своих сотрудников. Бросить своих сотрудников звучит как поступок в стиле Николь. Эй, зачем так грубо? Вообще-то я направляю немалые средства из доходов агентства в бюджет спасения сотрудников. В общем, у меня к вам простая просьба. Вам нужно просто вытащить моих людей и имущество моего заказчика из каверны в целости и сохранности. Или вы не беретесь за работу для рядовых прокси? А, Фаэтон? Выполните этот заказ, я одним махом заплачу все, что вам должна. Неплохо звучит, правда? Ну уж нет, давай еще поторгуемся. А можно поторговаться? Николь, ты уже несколько месяцев уклоняешься от оплаты своих долгов. Ты хоть думала о процентах? Ладно, я поделюсь с вами вознаграждением за заказ. Этого хватит? Этого хватит. Отлично, нельзя терять времени. Я буду ждать вас в каверне. Тебя зацепило? Тебе нужно отдохнуть. Что это за звук такой сейчас был?
Что это за звук такой сейчас был? Нет-нет, тебе показалось. Не перенапрягайся, Николь, отдохни немного. Нам еще понадобится твоя помощь, чтобы потом отвезти Эоса куда-нибудь поближе к каверне. О, разместить вашего банбу-двойника, да? Без проблем. Белль, можешь позаботиться о ране Николь, а я займусь отладкой HDD и все приготовлю для проникновения в каверну. Ну что ж, приступим к делу. Исследование Заяц и Прокси. Так, подтвердить. Сюжетный заказ. А, мы прям тут заказы. О, прикольно. Прикольно, прям заказы какие-то. Прям классно. Сейчас будем делать заказы. Сейчас заработаем денежек, да? Кайф. Аутентификация подтверждена. Логин пользователя Phaeton. Обнаружен новый срочный заказ. Расположение нужной каверны отмечено на карте. Вот, видишь, тут прям какие-то сюжеты конкретные. То есть ты идешь именно по уровням. Вот я об этом говорю. То, что тут прям вот так оно все. Не открытый мир. А может где-то есть открытый мир? Я ж дальше не играл, я ж не знаю. А, давай. Вперед. Режим отдыха. Концентрация на сюжете. Более простые сражения при прохождении сюжета. Режим подходит для игроков, которые хотят расслабиться. Режим испытания бои также важны, как и сюжет. Более трудные сражения при прохождении сюжета. Режим подходит для игроков, которые хотят испытать себя. Нет, нам режим отдыха нужен. Вот это. Зачем нам напрягаться? Это закрыто, а у нас они двое. Окей. В бой. Давай начнем. Раз, два, три, четыре, пять. Николь, слышишь меня? Запускай Эоса. Хорошо. Так, малыш, иди давай. Готово. Твой банбу уже в пути. Банбу. Ну что, можно начинать? Какие-то у них там опять сложные языки. HDD. О, мы будем за него играть, что ли? За зайца? Тебя бомба! Вот это ты, конечно, опасный заяц. Блин, по-любому сейчас пойдут эти игрушки с этими зайцами. Я тебя уверяю. Что? Мы вернулись на то же место? Проклятие, еще одна драка. Таким расходом патронов по премии за экономность можно забыть. Внимание, приготовься. Погоди, это был не я. Эй, ребята, сюда. Вы просто молодцы. Говорящий банбу в шарфике. О, так ты? Phaeton. А, ее зовут Phaeton, это именно ее так зовут. Каверна Крит, где-то в районе старого пересадочного узла метро. Я больше не слышу этого высшего эфириала. Вот и отлично, а то я чувствую, что поршни у меня в ногах вот-вот сломаются. Думаю, сейчас самое время сделать перерыв. Прокси, ты за? Пойду прилягу. Вы отдыхайте, а я подежурю. Это за кого я сейчас? Пойду прилягу. Эосу все равно нужна отладка, так что я пока немного отдохну. Вы с Билли можете отдыхать, я буду дежурить первой. О, вот это была заварушка. С ума сойти. Какое страшилище мутировал тот парень из красных клыков. Все благодаря тебе, директор. Ты вытащила нас оттуда в самый последний момент. Чего еще ждать от Phaeton? На тебя всегда можно положиться. Я просто делаю то, что сделала бы на моем месте любой прокси. Еще пара таких комплиментов, и я задумаюсь о том, чтобы сделать вам скидку. Вот так давай. Правда? Думаю, прокси просто старается проявлять вежливость, Энди. Кстати, о вознаграждении. Услуга Phaeton стоит дорого. Николь, было бы выгоднее бросить нас на произвол судьбы. Я бы никогда не подумала, что она и вправду наймет вас. Если бы не твоя помощь, боюсь, мы бы не смогли сбежать от того эфириала. Спасибо за то, что спасла нас. Кстати говоря, я всегда хотел спросить о том устройстве в вашем магазине. Ну знаешь, о той штуке, которая позволяет синхронизироваться с банбу и общаться в реальном времени с теми, кто находится в каверне. Крутейшая техника ведь. Ни служба общественной безопасности, ни ассоциация исследователей каверн так не могут. Почему бы тебе не вступить в ассоциацию с таким-то козырем в рукаве? Как ни крути, в работе с рейдерами вроде нас риски перевешивают выгоду. Я кого-то слышал. Похоже, это эфириал.
Уже? Я только собирался прилечь. Нам нужно выбираться отсюда. А может, Билли, ты хочешь остаться здесь навсегда? Хочешь получить тут новый пояс Звездного Рыцаря? В следующем году оставлю его у тебя на могиле. Когда ты как ни в чем не бывало говоришь подобные вещи, я не могу понять, шутишь ты или нет. Давайте двигаться дальше, следуйте за мной. Работать с вами двумя, как смотреть комедийное шоу. Поэтому вы продолжаете работать на Николь в долг? Даже не знаю, радоваться мне этому или нет. Но сейчас не время болтать об этом. Мы должны выбраться отсюда до того, как Эфириал нас настигнет. Опа. В смысле? Помоги хитрым зайцам покинуть каверну. Я нашел ближайший выход. А, ты за вот этой штукой смотришь? Иди направо, Бель. Пожалуйста, директор, укажи путь. Игровой процесс, базовое передвижение. Нажмите WASD или нажмите на монитор, чтобы переместиться к нему. Нажмите, перейдите левую кнопку мыши, чтобы повернуть камеру. Прокрутите, чтобы приблизить или отдалить изображение. Нажмите на точку, куда вы бы хотели отправиться. И система HD вычислит доступный маршрут, а EOS подскажет дорогу. EOS. Так. Сюда. 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 А, ну я могу WASD-ом. Ага, хорошо. Минутку, я просканирую область впереди. К счастью, Эфириалы нас не преследуют. О, прикольно. Продолжаем двигаться к выходу. Это прям матрица, я тебе отвечаю. Данные наблюдения за каверной. В кавернах можно найти важную информацию в данные наблюдения. В каверне каждого выполняемого заказа находятся три вида данных наблюдения. Собрав эти данные, вы можете повысить рейтинг заказа, а также получить дополнительные награды в виде полихромов. Данные наблюдения в каверне на каверне сохраняются после сбора. При повторном исследовании той же области нет необходимости собирать данные снова. О, наверх пойдем. Ууу. Что это? Много бабок. Много денег. Ящики с припасами. Откройте ящик с припасами, чтобы получить материалы для развития агента. Полученные материалы можно просмотреть при нажатии на B в инвентаре в правом нижнем углу. Пойдем отсюда. Ой, там какой-то злой был заяц. Это нормально? Error. Сигнал. Error. Lost. Error. Сигнал. Lost. Так. Так, ага. Иди сюда. Иди сюда. Сейчас мы наберем тут все. Сейчас мы как поспех порешаем. Хотя ничего не планировал делать. Ой, деньги, монетки. Приближаются новые враги, не теряйте бдительность. Я просто издалека вас буду стрелять, все. Воу. Я не понимаю, что Я не понял, что произошло. А чего вы так далеко? Я пропускаю вот эти вспышки желтые, а красные это я уже не увернусь, получается. Красиво. Классно, молодцы. Вот желтый, я понимаю, должен нажать space. А эти я не увернусь от них. Ага, взяли еще. Это что? Земля трясется под ногами, что происходит? Эфириалы, Прокси, они нас догоняют. Что будем делать? Сражаться? Ничего себе ты быстрый. Все нормально, просто следуйте за мной. Я иду, иду, иду. Я нажал кнопочку. Это путеукладочная машина. Я не успел прочитать. Если двигаться по путям, получится быстрее. А-а-а. Спасибо. Еще это что, денежки? Сканирую информацию о предохранительном затворе. В системе журнале указано, что затвор можно открыть, внеся определенную сумму 6 стерлингов. Почему за открытие защищенной двери нужно выкладывать 6 стерлинги? Неужели только сказочные богачи готовы столкнуться с тем, что она скрывает? Заплатите 6 стерлинги или предпочитайте более традиционный способ. Так, заплатить 1500 стерлингов. Назад, директор, позвольте мне отпереть дверь. Давай будем экономить. Билли, даже в кавернах с нас умудряются содрать деньги. Я, может, и соглашусь, но Звездный Рыцарь никогда бы не согласился. А если бы Звездный Рыцарь и согласился, то Николь бы не согласилась. Получай, мираж Звездного Света. Обнаружен агент Билли. Он пытается открыть затвор, ударяя по нему рукоятью револьвера. Обнаружен затвор, затвор открыт. Но экзоскелет на руке агента Билли получил частичные повреждения. Больно.
Зато сэкономили. Ой, ты куда ты куда? Так, есть. Наступает решающий момент этого заказа. Если вы продолжите, то не сможете больше свободно исследовать территорию. Хотите продолжить? Если у вас еще остались дела, закончите с ними, прежде чем продолжить. Продолжить? Какие дела? Я же все уже... Все, что можно, мы уже давно забрали. Получили. Нам больше ничего в этой жизни не нужно. Но, конечно... Ух ты ж, ёб твою мать! У меня мурашки по коже, какая мощь! А я буду в тебя издалека просто стрелять. Бля, у тебя вообще могут быть мурашки? Я переносом смысле, ясно? Сосредоточимся на враге. Воу. Я получил с него вернуться, нет? Ой, это что-то нехорошо. Активность эфира растет. Враги становятся раздраженнее. Осторожно. Так, я от тебя же увернусь, если что. Ой, не похоже, что мы увернулись. Ну, нормально, мы его половину снесли. Осторожно, замечены новые враги. А, да это ерунда. О, красиво получилось. Просто вообще классно. А, мы уже ей? Нормально. Блин, профукал момент. Ой, тихо, получилось. Вот тут, да, прикольно как раз вот в эти удары попадать. На, прям по жопе получил пулей. Нормально. Это прям, конечно, в разы динамичнее, чем Хонкай. Возможно, это только начало. Хонкай вначале тоже был такой, типа, динамичный. Потом он такой же... Все по чуть-чуть, все аккуратненько. А тут прям месиво. Все, мы победили. Можем идти домой? Мы свободны? Директор, куда нам идти? Продолжаем двигаться вперед. Полный вперед. Продолжаем двигаться вперед. Понял, двигаемся вперед. Постой-ка, вперед! Но впереди стена. Ты хочешь, чтобы я ее разбил? Проломился через нее? Мне не хватит огневой мощи. Не волнуйся, просто делай то, что говорит моя сестра. Этот голос. О, вторая половинка Фаэтона. Ты наконец-то в сети. Не перехватывай мой канал связи. Давай вот так, потом пошел нахер отсюда. Серьезно, можно не врываться так внезапно на канал? Я испугалась. Извини, после синхронизации с Банбу мы можем общаться только так. Билли, Энби, вы меня слышите? Моя сестра была права насчет выхода. Как вы знаете, пространство в кавернах искривляется, а это значит... Выход действительно может выглядеть как тупик, но и тупик может выглядеть как тупик. Спасибо, что объяснила, Энби. В общем, как выберетесь, путь отступления у вас готов. Положитесь на нас. Можешь отключаться, Белль. Отключаемся, скоро увидимся. До встречи в магазине, удачи вам. До встречи в магазине, удачи вам. Сенсорная синхронизация была отключена. Замолчал. Стал обычным Банбу. Почему они отключились в такой момент? Двигаемся вперед. Готовься к столкновению. Мы разобьемся. С невероятным облегчением двое проходят сквозь стену, будто той и вовсе не существует. Угнетающее давление эфира пропало. Выбрались. Мы наконец-то выбрались. И тачка приехала. Файтон идеально указал время и место. Эй, вы двое, в машину. Босс! А, это мы закончили? Интернота. Прочитал уровень интроверта. Это мы все сделали. Куда же мне пальчик плюс поставили? Ты тоже, кстати, тоже ставь лайки, не забывай. Это очень важно. S. Должно быть А, я так понимаю, да? Вы как раз вовремя. Быстро ты, долго же тебе не было. Да, вот так. Николь, вы так быстро вернулись, опять на красный ехала. Вовсе нет, мы просто на самый обычный зеленый. R255 по шкале RGB. Кстати, по дороге я убедилась, что за мной нет хвоста. Энби, а как выглядит R255 зеленый? По цвету как твоя куртка.
Николь, они оба спасены, пора расплачиваться. Не так быстро, мы не на это договаривались. Уговор был мои люди и имущество заказчика, вы выполнили только первую часть. Не бойся, я не забыла, что это еще не все. Что, нам еще что-то вернуть нужно, Вайс, а ты о таком помнишь? Эй, такие разговорчики вашей репутации на пользу не пойдут. Заказ не выполнен, пока мы не получим тот сейф. Судя по тому, что мы видели перед выходом, сейф находится на территории очень опасного эфириала. Институт White Star уже зарегистрировал его под именем Дюлахан. Это эфириал высшего уровня. Точно, это он. Не повезло тому приятелю из Красных Клыков. Похоже, его здорово попортило эфиром, раз он стал таким опасным эфириалом. Мы с Энби пытались добраться до сейфа, но тот тип слишком силен. У нас ничего не вышло, а потом нас вытащили. Зато по пути мы нашли вот это. Что в этой коробке? Оно хоть того стоило? Ну, сейчас узнаем. Посмотрим. Кулон Клык, добавлено в рабочий уголок. Полученный от Николь кулон, красный клык, похожий на знак отличия одной уличной банды, судя по выдающейся металлической части, это не просто украшение. Да это флешка. А назад? Кулон, это мне? Это флешка в виде украшения? Выглядит как странный кулон, а на самом деле флешка? Точно, это миниатюрное устройство для хранения данных, которое принадлежало Сильверу. Я подняла его в том здании перед тем, как удрать 14-й улице. Я заметила, что он всегда носил его с собой, наверняка там что-то важное. Спорим, он как-то связан с сейфом. Он довольно сильно поврежден. Ага, ты только глянь на эти следы от огня. Пайтон, можешь что-нибудь придумать? У тебя ведь такой хитрый компьютер. HDD в основном используется для обработки данных о кавернах, но если нужно просто достать данные из накопителя... Эй, сестрица, может я попробую восстановить данные с помощью вычислительных мощностей прокси-сети? Здорово, договорились. Мы попробуем найти сейф в каверне и свяжемся с вами, когда что-нибудь узнаем. А до тех пор разбегаемся. Только не забудь вытащить данные из флешки. До встречи, директор. Пока. Пайтон, мне нужно кое-что с тобой обсудить. Скидки на заказы не делаем. Директор, ты знаешь Николь как облупленную? Так. Постой, сначала выслушай, я не буду просить сбить официальную цену. Просто заведи другую учетную запись в интернете и сделай скидку как раньше. Прокси, пожалуйста, дай Николь скидку, или она перестанет покупать нам еду, а кушать-то хочется. Не говорила я такого, ну может только подразумевала. В общем, нам очень нужна скидка, хотя бы малюсенькая. Пайтон, для тебя же это мелочи, да? Ну что ж, у меня нет выбора. Николь Демара, хитрезать, сотрудничество установлено. А, тут прям открытый мир все-таки, да? Мы можем куда-то... Прям бег... А, да какой открытый мир, ясно. Так, мы можем с тобой разговаривать? Договорились, мы поищем сейф, а вы разберетесь с поврежденной флешкой. Как закончим, перейдем к следующей стадии плана. А ты разговариваешь со мной? Нет? Ты не выделяешься. И Билли не выделяется. Энби, Николь собрала команду спасения лучших из лучших. Она... Чё-чё-чё? Не успел прочитать. То что-то может быть еще? Коробка с разным барахлом. Наша старая коробка со всякой всячиной. Мы ее не открывали с тех пор, как переехали на 6-ю улицу. Нам сейчас ничего оттуда не нужно. Наверное, и смысла туда заглядывать нет. Ну и все-таки. А это наша тачка. Служебный автомобиль, в натуре наша тачка. Вот это да, вот это автомобиль. Прям я вижу, что экзибит постарался на славу. Ты посмотри на него. Круто. Велосипед какой модный! Етить колоть. 6-я улица. Сейчас не время для этого, не время для этого. Хорошо. Я думаю, что скоро мы уже закончим и, надеюсь, сильно не лагало. Это самое важное. Так, ты будешь со мной разговаривать, нет? Блин, стоит и пляшет. Ты работать-то будешь сегодня, нет? Паук, ты так плясать будешь. Так. Ну, все с тобой понятно. Все то же самое. Окей. Значит, нам сюда. Убежал. А, ты просто на дверь открываешь? Проверяешь, кто здесь заходит? Вот это я понимаю, охрана. Ой, господи, меня напугал. Система полного погружения. Так, туда нам нельзя. Короче, ничего нельзя. Ладно, давай. Что тут поделать? Каждый раз, как постоянный клиент просит скидку, приходится заводить для этого новую учетную запись. Думаю,
Ты к этому уже привыкла. Последнюю учетную запись мы удалили, когда перестали ей пользоваться. В этот раз новую сделай с моей информацией. Открой интернет и создай новую учетную запись. Господи. И что это? Мы так себя назовем? Gun T Games. Ну давай, ладно, просто Gun T. Посты в интернете могут содержать разнообразную информацию. А сейчас посмотрим, нужна ли кому-нибудь помощь. Выберите пост, чтобы продолжить. Логистическая катастрофа, срочно нужен прокси. С моей посылкой что-то случилось. Отслеживание в Пегасе показывает, что и грузовик угодил в субкаверну на 14-й улице. И с тех пор его не видели. Может, какой-нибудь прокси может прокси помочь узнать, что случилось с грузовиком. Бог с ним, с грузом, лишь бы водитель был цел. Прошло уже полчаса, никому не интересно, оплата-то хорошая. Обычно прокси не хватало бы времени для составления морковки, а у известных, наверное, и поважнее заказы есть. Ты ведь тоже прокси? А ты почему не берешься? Вот этот вот талантливый морковник. У меня был несчастный случай на прошлой работенке, несколько переломов. Я беру заказ. Ганте, ну, супер, он и тут. Все? Оповещение, ежедневник. Что, я нажимаю. Вы зарегистрировались, теперь поговорите с Вайзом. Опа, здесь можно посмотреть задачи для своего уровня интернета. За повышение уровня даются награды. Получаем. 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 Да, тут много всего. Выходим. Я думаю, как раз мы сейчас вот походим, со всеми поговорим и на этом завершим наше первое впечатление, наш просмотр. Хорошо, вторая учетка создана. В интернете появился новый заказ. Описание любопытное. Давай вот так скажем. Новый любопытный заказ? Дай-ка взгляну. Ага, судя по ID и описанию заказа, это кто-то из наших знакомых. Если не ошибаюсь, его разместил генерал Чоп из водопада Супа. Водопад Супа? Это такое название интересное. Генералу Чопу, кажется, нужно это срочно. Если так, давай возьмемся. Все-таки соседям надо помогать. Хорошо, я приняла заказ. Зачем было так спешить? Ты не переключилась обратно на Фаэтона. Теперь генерал Чоп будет думать, что заказ взял некий прокси по имени Ганте. Это может показаться ему подозрительным. В таком случае, Бэль, почему бы тебе не пойти к генералу Чопу и не объяснить ситуацию? Заодно и про заказ разузнаешь подробнее. Хорошо, уже иду. Спасибо тебе. Кстати, тут Сьюзи из вселенной в коробке прислала сообщение. Говорит, что нужна наша помощь. Не знаю только кому, то ли ей самой, то ли хозяину магазина. Бэль, заглянешь к ней? Да ты пиздец мне задание понадавал. Ты что, охерел? Ты тут мужчина или кто? Рабочий уголок разблокирован. Ты посмотри, женщина перед тобой, блядь, стоит. Ты не можешь сходить, там все дела поделать. У, сука. Игровой процесс. В рабочем уголке вы можете найти разные приложения для поиска нужных сведений. Справочник прокси содержит разные обучающие материалы. Изучите его и получите награду. Досье партнеров содержит информация об агентах. Ага. Это, короче, мы просто можем читать все. Все и обо всем. Подтвердить. Эфирные мутанты. Очень-очень классно это все выглядит на самом деле. Окрестности. Ага. Короче, все это почитаем и получим еще всякие штучки. Я понял. Но это мы этим заниматься, естественно, сейчас не будем. Так, куда нам? Заяц, открой дверь. Ой, уснул. А ну вставай. Молодец. Нехер спать на рабочем месте. Так, я понимаю, что мы сейчас выходим. Начинается ролик какой-то, да? А то хочется завершить где-нибудь. Да, действительно, ролик. А, нет, ну прям по городу можно бегать. Прям нормально так. Ой, гляди, какие там стояли. Раз уж вышла на улицу, надо выполнить мой ежедневный ритуал. Проверить счастливый билет в газетном киоске. Хоть это и всего лишь бесплатная подписка на газету на целый год, но все равно неплохо, нужно и дальше жить мечтой. А я предлагаю чуточки пробежаться. Посмотреть, что вообще здесь, как люди живут. И на этом, собственно, закончить наше... О, рюкзачок. Закончить наше первое впечатление. Погуляем с тобой по городу. Опа, киса. Белка. А где стрелка?
Пиздец, как смешно. Можно тебя погладить, нет? Нельзя гладить кошку. Игра могла пойти на игру года, но из-за кошки не пошла. И ну, на лестницу нельзя залезть, вы что? То есть, смотри, по мне, игра очень драйвовая. Очень прикольная. Я сначала думал, что бесконечные вот эти тыканья мышкой, чтобы кого-то победить, кого-то одолеть. Я от этого отвык, я давно в такое не играл. Поэтому, конечно, думал, что будет тяжко, неудобно. А ты можешь ходить? Нельзя ходить? А то я бы походил. Бараш? А нет, а похож на бараша, согласись. Ставь лайк, если он похож на бараша. Ну нет, слушай, не устается как-то. И очень это все переключается с одного на другого, с одного на другого. Все это стреляется как-то в каком-то экшене постоянно. Конечно, это довольно круто. Это круто, и мне прям понравилось. Учитывая, вот я могу судить только по Honkai, потому что я только в Honkai, по сути, и играл из HoYoVerse. Там довольно-таки спокойно. За тебя там даже уже играют, и все само как бы работает. И как бы да, ну прикольно, но тут, конечно, поинтересней. Купишка, просишка и сдачка. Вот они. Три состояния человека. А тут все наши друзья как раз гуляют. Голожопый заяц. Какашкой. Вот это да. И мы, похоже, весь город обошли. А, ну и станция метро. Окей, окей. Получается, вот такой городок. Очень красиво, кстати, выглядит. Прям что Корея, прям, не знаю, Япония. Кто-то явно азиатское. Ну, конечно. А, вообще Китай, ёб твою мать, это же Китай. Все же на китайском написано. Вот так придешь и не поймешь. Ёб, ты что такое, генерал Чоп? Фига себе. О, а там волк. Подожди, я где-то панду видел. Вон за столом сидит панда. Ты настоящая? Господин панда, настоящий. Да ты что, не игрушечный, что ли? Окей. А вот, собственно, я, прикинь, вот я сижу и записываю ролик. Ладно, монтирую. На записи это не очень похоже. А в комментариях ты можешь написать, понравилась ли тебе эта игра, понравилось ли тебе это видео. Думаешь, стоит ли в нее играть и проходить ее хоть как-то или же нет? На этом мы и закончим. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Скоро увидимся. Всего доброго.